Пока все школьники на каникулах, они на тренировке. Но она особенная, проходит вместе с пятикратным обладателем Кубка Гагарина Данисом Зариповым. Со стороны простые упражнения мы делаем, а во время исполнения у каждого происходит брак, в том числе и у меня. То есть здесь даже на достигнутом никогда нельзя останавливаться. Разминка, техника катания и бег на скорость. Для многих ребят это первая тренировка со звездой. Она оказалась физически непростой. Требует силы, терпения и выносливости. Юные хоккеисты следят за каждым взмахом клюшки именитого спортсмена. Он быстро перемещается по площадке, ищет свободный лед, чтобы ему отдали передачу, и он забил. Ну, тренировка такая трудовая получилась. Как Зарипов? Да, хорошо делает. Самое главное, завершением сезона. Завершением сезона и Днем защиты детей ребят поздравил и президент республики. Рустам Миниханов отметил, что хоккей – его любимый вид спорта. Юных татарстанцев, которые хотят им заниматься, в республике поддержат. Для развития уже есть все условия. Надо заниматься, надо трудиться, надо быть усердным. И самое главное – слушать вот старших товарищей. Как отметил Данис Зарипов, в свое время таких условий для занятия спортом не было. А потому ребята должны не просто достичь таких же высоких результатов, а перерасти учителей. Альбина Слогараева, Андрей Сентальцев, ТНВ «Казань».